42-й большой тур мужской национальной лиги по волейболу стартовал в Павлодаре. В течение 3 дней на паркете Дворца спорта Баянтау силами померятся представители 2 конференций – северо-западной и юго-восточной. В первой игре встретились уральский конденсат Джаик Мунай и Тарас. Противостояние выдалось напряженным, но как бы ни старался Тарас, в этом поединке победа осталась за уральскими волейболистами. Счет встречи 3-0. По итогам предыдущего тура на 2-й позиции после конденсат Джаик Муная идет усть-каменогорский Шахыс Свинецстрой. Накал, вот это вот все подтягивается. Молодежь наша Казахстана, особенно конденсат, молодые ребята вот смотрят, они прекрасно играют в волейбол. Я думаю, накалом не уступит никакой команде. Это вообще наш чемпионат. Очень интересный чемпионат. Будущее есть.